Я пойду сюда. Хорошо. Anything? Есть что-нибудь? Что-то есть. Movement. Движение. Сигнал чистый и ясный. Расстояние 20 метров. Что-то мы упустили. Мы ничего не упустили. 18. 17 метров. Да под полом, что нет на плане. 30 метров. Они у двери. Есть. 12 метров. 11. 10. 9. Помните, длинных сердей не давать. 8. 7. 6. 5 метров. 4. Что такое, черт возьми? Два метра. Один метр. Ноль метров. Внимание! Вы находитесь под атакой стаи голодных и агрессивных драм-н-бейс-музыкантов со всех уголков Российской Федерации и не только. В эфире 46-я часть подкаста «Нейропанк». У микрофона без. Начинаем аннигиляцию. Открыла подкаст свежая айдишка от Гидры. Даплейт. Никаких коротких очередей сегодня. Одна длинная очередь размером в 2,5 часа. Очень много новостей. Очень много всяких фишек и разных приколов. Ае! Мощный коллаб от проекта Synergy и Мизантропа под названием Slap the Ghost. Выходит на Noi Music. Пушка. В процессе микса сегодня расскажу об открытии моего нового лейбла Нейропанк Рекордс, о возобновлении мероприятий в Санкт-Петербурге Нейропанк Сэшнс, о коллекционном боксе Нейропанк для всех фэнов. В общем, инфы много. Жги. Питерский музыкант Векстер с треком Resonate.
будет фришкой на SoundCloud. Или уже вышла. Чекайте паблики Векстера. Свежак от Фимы Имфорс под названием «Имба». Трек прямо сейчас бустится на бустфрейме. Злой грув. Размашистым навалом от гриндера. Работа называется «Эпицентр». Игнес Эндап. Как вы все помните, год назад я закрыл свой лейбл Tom Records, потому что он морально устарел и выполнил свою миссию. Вот прошел год. Настало время открыть новый лейбл. Neuropunk Records. Сейчас звучит первый релиз свежеиспеченного импринта. Это коллаб Teddy Killers и Hydra.
второй стороне будет еще одна наша совместная работа. Планируем запускать лейбл где-то в конце ноября, в начале декабря. Всю инфу вывалю попозже на своих пабликах. Хочу заметить, что собралась неплохая команда из самых сильных проектов в текущее время. Из самых сильных проектов, которые вы слышали в Нейропан подкасте. Вот и первые новички сегодня. Антон и Саша из проекта Абстрактония. Белорусский проект из города Витебск. Работа называется Stupid Groove. Телега будет у Славы Айтема на Subdivide Records в альбоме ребят в конце осени. Человека начнем анонсировать предстоящие события в Санкт-Петербурге. Это Илюха Ньюформ со своей айдишкой. И он отыграет 15 декабря на Нейропанк Сэшн в клубе КПД. Решили восстановить мероприятие Нейропанк в Питере. Они будут проходить регулярно, раз в 3-4 месяца. Лайнап первого следующий Синерджи. Я, как Гидра, Энкод, Энгейдж, Озма, Ньюформ, Крот. Билеты уже доступны, чекайте наш паблик. Так как World of Drum & Bass в этом году в Питере не состоится, всех наших ждем 15 декабря в КПД. We'll be right back.
Danger. Вторая за сегодня айдиха от Гидры. В этом выпуске засвечу много нашего материала свежего. Целый год занимались обустройством студии и разъездом по гастролям, и начали делать новые треки только в конце лета. Дабло от Чейзера. Трек называется Bring Me Down. Доплейт Игнесант. Будет очень жестко. Сгруппируйтесь. На-на. Увесистая подача. Это Gist Hard с работой Bad Habit. Работа будет фришкой на бустфрейме сразу после подкаста. Кстати, кто слушает Ликер подкаст, знает, что Саня Невертл проводит марафон добра ВКонтакте. Я же, в свою очередь, решил провести марафон спортивных достижений. Не понаслышке знаю, что многие тренируются и занимаются спортом под мою передачу. Условия простые. Выкладывайте на стенках ВК фотки и видео своих спортивных достижений с тегом «Нейроспорт». И к Новому году мы выберем самого достойного и наградим его медалью за спорт от Tom Records. Удачи!
Тяжеловесы из команды «Разлом». Песня про Рэмбо. Вышла в сентябре на Empire Recordings. Сольные эпихи «Разлом». Напомню, в команду входят Ноа, М-Код и Купер. Достаточно тяжелый сегодня выпуск. Любителям помесистее понравится. Следующий ньюкамер, который представляет Ханты-Мансийский автономный округ, а именно Нижневартовск. Это Антон Фрик с треком «Expedition». Достаточно уже взрослый мужчина за 30, который занимается музыкой как хобби с 2005 года. И вот, наконец, заехал к нам. Big up! Участники Нейропанк Сэшн 15 декабря в Санкт-Петербурге в клубе КПД. Проект Синерджи. Давай. Вот это навал. Называется «Стингер». Релиз «Ной Мьюзик», лейбла «Фейса» и «Мизантропа».
человек, которому предстоит почетная роль по открытию нашего ивента 15 числа. Это Кирилл Кроп. Работа называется «Comeback». Кирюха как бы намекает, что он вернулся в игру. Чуть подальше сыграю еще одну его работу. Сегодня несколько старичков вернутся в подкаст. Все впереди, ребята. Слушаем. Наш романтичный фантазер Ромка Милан. Как всегда, все очень мелодично и упруго. Песня называется «Камелия». Как обычно, фришка все лежит бесплатно на страницах Милана. Больничка. Прямиком из Башкортостана. Ага, да-да. Сами знаете кто. Самсон, ну, тише будь, ну, чё это такое? Пресс. Fat Love. Let me touch the plate. Чем вас там в Уфе кормят? Touch.
срочно переезжать. Куча свежих имен в подкасте. И это одно из них. Айе! Миша Фладри из Ростова. Навалил тут бешеные перкуссии. Так называется Wild Wines Dubka Invasion Recordings. Третий новичок пост сдал. Четвертый новичок пост принял. Суровый вайб от сурового военного человека, от военнослужащего по контракту из Петропавловска-Камчатского. Это Доля Анклон с треком «Локуст». Интересный факт. Нейропанк подкаст по количеству прослушек, хотя бы на SoundCloud, является первым по популярности драм-н-бейс подкастом в мире. Как вам такое? Братья-медведи залетели на огонек со своей айдихой. Эксклюзивно в нейропанке на плей. We'll be right back.
и Teddy Killers, и Гидра уже подписаны на Neuropunk Records. Также планируем подписать еще парочку топовых имен. Будем шатать Запад. Пора уже. Так. Ну чё, там где крот, там и диаморф. Я ж говорил, старички возвращаются. Последняя работа от Андрюхи называется «Harvester» на Plate. Рустам Мансуров, он же Расти Кей, он же один из дуэта Магнитюд. Магнитюд Аркейд. Работа недавно вышла на RAM Records. Ребята, которые очень в последнее время радуют своими мелодичными идеями вместе с агрессивностью. We'll be right back.
Это Descent и Snapper. Пророчу им хорошее будущее. Если звук подтащит. Ну что, как обещал в прошлом выпуске передачи, мы подготовили коллекционный бокс, нейробокс, со всеми выпусками подкаста за всю его историю, предзаказ которого уже идет на boostframe.com. Всю информацию о том, как он выглядит, что внутри, можете прочитать там, или в паблике Нейропанка, или на моей странице. В общем, все, кто ждал, коллекционные изделия, вперед! Парам-пам-пам! Из новой эпишки Aggressor Banks Nightbrain. С загадочным названием Парарам-пам. Парарам-пам. По боксу все вы помните прошлую нашу работу, деревянную коробку Underside, которую получило 400 человек, и она понравилась абсолютно всем. Так вот, эта коробочка побольше, поинтереснее, как всегда, ручной работы от студии Blastwood. Внутри металлическая флешка со всеми выпусками подкаста в качестве 320. Все номерные выпуски, все спешалы, все войсы. Причем 32 первых подкаста пересведены на уровень 2018 года. И все это добро в 320 MP3. Чисто на память, за 11 лет. Екатеринбург в эфире. Дуэт The Strata с треком Get Back. Фоками мажор Лик Рекординс. Этот бокс не дешевый, скажем откровенно. После его выпуска выложу еще отдельно цифровой релиз архивом, большим очень архивом. Там же на бустфрейме. Для тех, кто не потянет бокс.
загадочные мотивчики от Лехи Мизо. Трек с его предстоящей EP Night Brain, которая вот где-то скоро должна уже выйти. Еще попсы немножечко. Ремикс от Игоря Чейзера на трек уфимской вокалистки Алены Авинакс. Работа называется «Somebody». Доплей Тигнесен. Алена тоже впервые звучит в передаче. И сразу с двумя треками. Вторую работу чуть попозже. ID от Дани Кодекса. Доплейт. Вернусь к боксу. Также к нему бонусом еще будем разыгрывать комплект именных персональных пластиковых карт, которые будут обеспечивать пожизненный вход на все мероприятия нейропанк в любой точке планеты. Но карт будет немного. 20 на Питер, 20 на Москву, 20 на регионы. И разыгрывать их будем посредством аукциона, чтобы все было по чесноку. В середине ноября начнем.
опа. Заводи комбайн. Трекан, который буквально разорвал медиаполе через вирусное видео. Совместная работа проекта PsyNCRO и Слава Тайфона. Называется «Болгарка». Напомню, что проект PsyNCRO — это суровые тюменские ребята Ноксон и Диондрик. Выйдет в конце ноября на Major League. Я уже говорил, мероприятия, которые возобновляем в Санкт-Петербурге, будут проходить регулярно. Они будут небольшие, будут проходить в клубах. И постараемся потихоньку поперевозить максимальное количество музыкантов из подкаста. Так что Санкт-Петербург, ребята, все на местности. Всех ждем. Первый сбор 15 декабря, КПД, Васька. Давай, дави на массу. You could actually hear voices. Старинаем же фри, как обычно. Навалил олдовых вайбов. Технологи. Релиз Subdivide Recordings. Totally immersed in hearing voices. Сегодня боевик от Descent и Snapper.
называется «Hyperspeed». Скорее всего, оба прозвучавших трека парни вывалят на BoostFrame после подкаста. Где уже выстрелил их хит из прошлого выпуска «It's Over». Обычно плавают киты. Но вот эти два кита ползают по дну Марианской впадины, не иначе. Этот Уэйлс с работой LTS. Wait. Методично расставляет тотемы. Это его свежая работа под названием «Шаман». Доплейт Игнесом. Лёха, главное, тремор не забудь.
я предупреждал. Кто сидел на моем стуле? Кто спал в моей кровати? Киллерс Гобет. И Brain Recordings, ноябрь. Вот это динамик. Продолжаем анонсировать новую эпиху от агрессивных банок на Ибрине. It's time to rock. Релиз 5 ноября. Вот вы вот постоянно спрашиваете: Жека, а где рецептор? А вот, получите, распишитесь. И еще тречок впереди сыграю. Пуля, конечно, лютая. Совместная работа Митя и дуэта Neon Light называется Phrasemaker. Вышел на Blackout.
радиостанции. Прямиком из Зеленограда. Проект Green Vibes с треком Outbreak. Dubplate. Мастодонт Коля Нигби снова отметился релизом на Invisible. Это одна из его работ с его четырехтрековой EP под названием Arcaim. Очень атмосферная работа с мощным бэкграундом. Последняя на сегодня работа из анонса свежей эпихи агрессоров на Айтбрейне. Это заглавный трек релиза Death Metal.
Много сегодня мизошика. Тоже неплохо поработал Леха продуктивно за вторую часть полугодия. Это его коллапс трио. Это курсует. Дабплейт. Вместе с Neuropunk Records открываем в комплексе еще и Neuropunk Management для организации ивентов в Европе и Neuropunk Booking агентство, чтобы экспортировать наших парней туда. В общем, мутим русскую мафию на просторах Евросоюза. Русскую drum and bass мафию. Кстати, прямо сейчас идет голосование ежегодное Drum and Bass Awards английское. Пожалуйста, пройдите туда и проголосуйте за наших парней. Спасибо. Местная работа Тобокса и Bad District. Айбиха подписана на Nightbrain. Запахло нулевыми, ребята. Типичный русский drum and bass. Классика. Это Крот, Фит Лара, Рэй. Песня называется «Танцы на стеклах». Заплейт, но скорее всего выйдет фрикой на бустфрейме.
Ну, поехали. По трушному прокатимся. Челябинские на раздаче. Это проект Sequent совместно с старейшим челябинским диджеем Clockwork. Трек называется «Пираньи». Работа примечательна тем, что выйдет на первом сибирском виниловом драм-н-бейс лейбле «Тундра», который создан тюменскими энтузиастами. Это будет эпишка «Siberia EP». Лейбл создан для развития сибирской ДНБ-сцены. Респект, ребята, удачи! Будем следить за вами. Back to the front line to execute the mission. Following an instinct that is driven by our vision. Свертухина. Леша Тобокс и Lifesize MC с телегой Vision. Дабплейт. Леха тоже в этом году серьезно апгрейднул свою студию, соответственно, поменялось звучание только в лучшую сторону. Подвезли. Тройная работа от Antiknik, Mael и 8-1. Называется Mayhem. Написано на Paper Funk, будет в каком-то Various Artists сборнике. Сроки неизвестны. Ребята, которые громко заявили о себе в прошлом выпуске передачи, это Сахаракша и Биоглар с треком «End Sadist». Поехали!
вообще выпуск. Только успеваю угля подкидывать. Работа подписана к Куперу на Use of Fate Records. Ух ты, скрипочки. Ньюкамер номер 5 из города Киров. Артем Сиэнерджи с треком Reflection. Вышло это добро на The Earth Music. Заводи мотор. Очень энергичное, конечно, творчество у Тобокса. И уже давно не писклявое, что меня лично только радует. Айдишка с предстоящей эпихи на Айтбрейне. Вообще по осени богатый урожай обычно собираем. Каждый год так. Осенние выпуски самые насыщенные, самые большие обычно. Опа-опа, нафталинщиком запахло. Ща будут Амины и Родцы. Отвечаю. We'll be right back.
настоящий дух 90-х, конца 90-х. А все потому, что в эфире MG Free. Yeah. Последняя работа Юрца прозвучала с названием Public Domain The Plate. И переключаемся на знакомые мотивы. Да-да, вы не ослышались. Впервые в нейропанке звучит пендулум. А точнее, это ремикс на их легендарный трек «Гранит» от Майла. Пендулум недавно проводили конкурс ремиксов. И Майл в нем принимал участие. Выложит вавку фри, если паблик Майла наберет 1000 человек. Подписывайтесь. Это было неожиданно. Дискотека на канале Нейропанк. Это The Brick, Rob Gesser и Ashley Apollador, Take a Fall в ремиксе Милана. Фри релиз уже можно скачать. Дискотечных ритмов. Попробуем переключиться сразу на лютую злобу. Паша говорит, гусли оставил на сводочке.
и грубый чун. Как неполированный булыжник. Это слава Айтем. Аналоговый машинист. Называется работа. И войдет она в его альбом на Free BPM Recordings. Recordings. Ох, сейчас вас ждет немного необычная вставка из трех треков. Это будет блок, посвященный техно-ДНБ звучанию. Три подряд техно-ДНБ трека. Будет жестко. Держитесь. Ай-е. Уже узнали знакомые звуки. Это легендарный дуэт Кемаля Робдата с треком Encryptor в ремиксе Прокета. Работе на самом деле уже 14 лет. И вот она звучит эксклюзивно в нейропанке. В свое время она должна была выйти у Трейса на Disciple. Но по каким-то причинам не вышло. We'll be right back.
6 в сегодняшнем выпуске. Это Вадик Инхьюман. Работа с его огроменного сольного LP, который вышел недавно на Paper Funk Recordings. Релиз распространяется абсолютно фри. Но Вадиму нужна ваша помощь. Все подробности вы сможете прочесть в посте релиза в группе Paper Funk Recordings. Продолжаем наш технозабег. Заключительным треком этого блока это Саша Боб. Untitled Pattern 65. Релиз Mid School Recordings. Отличные вайбы. Техно-ДНБ жив. Погружаемся в транс. Далеко не отлетайте. Новичок номер 7. На этот раз это Красноярск. Андрей с никнеймом Энди Кор. Вот называется East Matter Dub Plate.
резиновые ритмы. Восьмой ньюкамер сегодня. Хотя ньюкамером его не назовешь. Ньюкамер в нейропанке. А на деле старый опытный продюсер с никнеймом Black Barrel совместно с HLZ, бывшим участником проекта Need for Mirrors, с треком Sonar. Телега с большого сольного альбома Black Barrel на Dispatch Recordings. Второй обещанный тюн от Митяя Рецептора. Совместно с Аленой Авинакс. Работа, которую вы слышали выше. Очень бодрая, позитивная песня. Называется «I Don't Mind». На плей. Митя умеет поднять настроение. Красавчик. И это была последняя работа из сборно-соляночного блока танцпольного. Будем переходить на трушные вайбы. Через гусли, конечно, как полагается все. Эстония на проводе. Роулинг.
от проекта Tesla Coil. Называется Delusion Dubplate. Потихоньку уходим на темную сторону подкаста. Зои Чезера. Тоже выйдет ближайший EP Мизона и Брейня. Когда, не знаю. Rolling. Сочную диповую часть сегодня вам приготовил. Будут просто конфетки. Не абструз, конечно, потанцевальней, но все как мы любим. Вообще. Первый и единственный за сегодня полноценный ID. Трек, название автора которого я не могу пока светить. Ох, май. Скажу только, что это тоже Ханты-Мансийский автономный округ. И сегодня в подкасте вы уже слышали работу этих чуваков. Касаемо абструса, кстати, на Neuropunk Sessions 15 декабря в Питере у нас будет еще второй танцпол, как раз вот под подобное звучание, который будет делать хозяин подкаста Женя Кижи.
На нем выступят Abstract Elements, самки Джеда, Лиф, Энди Пейн и Нами. Так что если устанете от напора на нейропанк танцполе, можно будет отойти туда, покачаться. Ай-я. Бойцы, Снов и Импиш с телегой Mind Crusher. Выйдет в конце ноября на Culti Music у Импиша. Последний на сегодня эксклюзив от Гидры. Это совместка с Abyss. Abyss — это проект Марка из Джон Миллер и Сигнала. Подписан на их лейбл Divided Recordings. Со второй стороны будет тоже совместочка, более танцевальная. Дух боевиков 90-х в воздухе витает. Новички номер 9. Девять ньюкамеров за выпуск. С ума сойти. Это дуэт из Москвы. Primal Tribes. Ребят зовут Саша и Антон. Работа называется Death Chamber. Вышла на британском лейбле Lost Recordings.
божественный атмос. Неистово люблю тревогу в музыке, качественную. Побежали. Работа от мастеров Drum & Bass спорта, Electro Soul System и Барбитура Эль Камино. Great Recordings. Ты не ешь грибы. Больные бассейщики, конечно. Очень необычно. Это семейный дуэт Тимас и Джей Ката совместно с Кижи. Трек под названием «Тахион». Ребята скоро выложат его в Рим. Вообще, заметьте, сколько в нейропанке было семейных проектов, да? И брат с сестрой, и отец с сыном, и вот муж с женой, и два брата. Чего только не было. Снова ЕКБ, снова страта.
коллега под именем Kickdown. Фокамин, мажор Лик Рекординс. Задуло ветерком. Из прокачанных собов. Вторая за сегодня работа от Primal Tribes. Называется Ancient Mac. Вышла вместе с первым треком на Lost Recordings. Отлично. Работа от двух опытных волков, прекрасно знающих свое дело. Это Боб и Subwave, City Lights. Релиз Hospital Records. И что примечательно, официальный саундтрек к игре Forza Horizon 4. Кто любит гоночки на приставках, может услышать эту телегу там. We'll be right back.
сменился характер треков. Это значит, что играет заключительный блок передачи. Тише. Абсолютно потрясающая работа от Кирилла Мэйдж. Точнее, две работы, я их сыграю прямо сейчас подряд. Две работы с одного релиза. И они просто идеально будут дополнять друг друга. Первая называется Enchantment. Это Фокамин с эпишки Кирилла на Цельсиус. Два часа пролетели, как 10 минут. Не устали там, родимые? Под хорошую музыку время всегда летит незаметно. Ай. Возможно, кто-то не заметил перехода, но это уже звучит вторая телега под названием Memory Lane. Наконец перечислю все ключевые новости, которые озвучивали сегодня в этом выпуске. Первое. В ноябре, в конце ноября, начале декабря открываем Neuropunk Records, куда посажены все наши топы. Будем конкурировать с Западом, выпускать только самые лучшие треки. Второе. Возобновляем в Санкт-Петербурге Neuropunk Sessions с 15 декабря. Будем делать их регулярно. Всех наших ждем там. Вся инфа на моей странице в паблике Neuropunk. Третье. Выпустили бокс, коллекционный бокс со всеми подкастами. Вся инфа на boostframe.com. Ах, да, четвертое. Спортивный марафон. Подарим медаль за спорт от Tom Records. За лучшее спортивное достижение, которое вы покажете ВКонтакте. Все ссылки на каждую новость будут в описании подкаста. Звучит снова семейный дуэт Тимас и Джей Ката. Метод. Отличный джангл. Вышел на Subdivide Recordings.
традиционно в конце у нас трек от Джеки Неллера. Но сегодня это не последний трек, будет еще один. Работа называется Headwind. Вышла в конце октября на голландском лейбле Galaxy Records. Сольные эпихи Неллера. Вот и подошло время к заключительному треку 46-го выпуска. Сегодня работа с прекрасным женским вокалом на русском, замечу, языке. Это Митро и Electro Soul System. Песня называется «Привет». Выйдет на новом лейбле «Русский космос», где будет выпускаться всякая необычная электроника с русским вокалом. А я на этом с вами попрощаюсь. Хорошей вам зимы, не болейте. Отличного настроения, удач, свершений. Всем peace, респект. С вами был Бес. Пока. И мы будем спать всю дорогу домой? Всю дорогу домой. А можно мне будут сниться сны? Yes, да, милая. Я думаю, можно нам обоим. Спи. Так точно.